Так, всем приветик. Сегодня будем пересаживать вот эту вот хойку, потому что, ну, ее просто уже надо пересаживать. Я тут подготовила грушу. Мне с нее легче поливать. Вот такой вот горшочек с автополивом, типа. Сюда я уже насыпала керамзит. Вот здесь у меня земля для фиалочки. Вот такая. Я уже показывала. Вот, вот такая вот земелька. Вот. Сейчас я вытащу хойку с горшочка и покажу ее корешки. Вот я вытащила ее из того стаканчика. Вот такие вот у нее корешки. Сейчас я думаю, что ей в самый раз будет этот горшочек на вырост. Может быть, она пойдет быстрее в рост. Сейчас я ее посажу и покажу вам, что получилось. Вот. Вот так вот у нас получилось. Без мусора никуда. Ну, я сейчас это все быстренько уберу. Сейчас еще сверху ее чуть-чуток польем. Вот так. Вот. И поставлю ее на холодильник. Вот. Вот так вот. Поставим на холодильник ее, там, где она и стояла. Вот, сейчас я залезу на стульчик. Вот. Поставим ее вот сюда. Тут вот у меня стоит мурайка, вон там фикус. Это дендрофаленопсис, который ни разу у меня еще не цвел. Это аглаонема. Выпускает новый листик. Тут еще один фикус. Вот такой вот волнистый. И традисканция. Вот такая красотка. Сегодня все поливала, вытирала, опрыскивала. Вот. Ну вот теперь и хойка тоже стоит здесь, в горшочке. Будем дальше за ней наблюдать, смотреть, как она будет дальше расти. Вот такая маленькая пересадочка.